Ну, есть и хорошие новости. Падение температуры сдержало рост инфекционных заболеваний. Эпидемиологическая ситуация в Москве улучшается. За неделю число больных острыми респираторными вирусными инфекциями снизилось почти на треть. Об этом сообщает столичное управление Роспотребнадзора. Среди детей до 2 лет уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом уже ниже пороговых значений, а хуже всего ситуация с простудными заболеваниями в Зеленограде. В связи с этим там вводили ограничения на проведение елок и других массовых мероприятий.